поводу Минского «Динамо», потом поговорим уже после того «Торпедо», потому что есть изменения у одних, у вторых. И начнем как раз с команды Вадима Скрипченко. Голкипер сегодня по 21-м номером Федор Лопоухов. Тот человек, которому в последнее время приковано очень пристальное внимание. То есть уже говорят о том, что как раз матч Ликтенко меняет фланг. Демченко. Это уже Петра. Будет ли удар? Да, пытка слева. Мяч вновь не долетает до Абрамовича. Подбор за «Динамо». Селява пробивает. Это еще один блок. Еще одна попытка. Это Абрамович. Хорош. Мяч в руках у голкипера «Торпедо». Доходит все-таки этот мяч до голкипера «Торпедо», как уже Даня сказал. Но вот сейчас ответная атака может получиться. Ковалев! Вот так момент сейчас. Выправилась, поэтому мяч, конечно, в составе. Ковалев, еще одна скидка. Во что здесь получится? Будет ли удар от Скавыша? Мяч под правой. Скавыш. Вот не бьет. Скавыш. Еще одна передача. Но здесь не попадает толком по мячу Ковалев. Интересная атака, конечно, получилась. И, казалось бы, Скавыш мог первым касанием попробовать пробить поворотом. Да, потянул к лицевой. Музыка. Но в любом случае, Жодинс атакует. Еще одна попытка. Но мяч просто глазами провожает Федор Лопоухов. Поэтому здесь никаких проблем для голкипера Минского «Динамо» не было. 10 минут. Это просто какая-то фантастика. Очень много фалят команды. Гаврилович! Как пробил Гаврилович! Это просто какая-то фантастика! Интересно узнать, сколько здесь метров и берется за голову абсолютно весь тренерский штаб Минского «Динамо». Гаврилович вот так зарядил, вот так дал 9 баллов. Ну и сам Федор Лопоухов также отправился праздновать это взятие ворот. Это просто какая-то фантастика. На такие мячи они точно нас согревают. Да, слушай, это просто невероятный выстрел от Гавриловича. Но ты говорил, что нужно готовиться к Абрамовичу. Но такого, мне кажется, голкипер «Торпедо» просто не ждал. Перевод налево по Будей. Будет ли делать передачу штрафную? Пигас перед ним по Будей. Классно сместился. И на дальнюю. Скабыш! 1-1. Жодинская «Торпедо» сравнивает счет. Классный проход получился у Шарковского. Перевод налево по Будей. Дальше длинная передача в сторону Скабыша. Он, в свою очередь, на опыте отправляет мяч в ворота Федора Лопоухова. Хотя у того шанс спасти свою команду был. Счет 1-1. 14-й гол в текущем сезоне для Максима Скавыша. Он опережает Савицкого, опережает Корцова. Поэтому да, вот тот человек, который делает передачу. Получился «Торпедо», но вот почему-то дальнейшего развития атака не получила. Русский! Он бьет, там не было офсайда. Потому что сейчас не зажигает его арбитр. Вот Русский пробивает в позиции Лопоухова. Но сейчас контратвет уже от Минского «Динамо». Это можно попробовать сейчас прострелить. И хороший передач. Мельниченко подправил. А Демченко удар поворотом. Есть спасение со стороны Евгения Абрамовича. И что самое интересное, да, Демченко в этом моменте поправил этот мяч. Точнее, не Демченко, а Мельниченко, да, поправил этот мяч. А Демченко в конце концов принимает, что еще и стало удобно. Да, отметим Абрамовича, очень здорово сейчас сложился, и мяч из ближнего угла потянул, поэтому... Евгений Премудр. Евгений Абрамович. Да, здесь хорошо Абрамович, мяч в руки забирает, но сейчас попытка быстрой атаки. Ну да, варианты, в принципе, все перекрыли. Браво, сам Вадим пойдет вперед, двух убрал, троих даже уже в штрафной. Прострелить получится, есть передача на дальнюю, Мельниченко! Есть удар поворотом, но здесь опять же великолепную позицию выбрал Евгений Абрамович. Сразу же быстро вернул этот мяч в игру, на Ковалева нашел передачу, впереди Скавыш. И Василевич открывается, Василевич находит пространство между, и до Василевича мяч доходит. Василевич находит пространство между, и до Василевича мяч доходит. Нужно бить поворотом, удар! Федор Лопоухов, по-моему, все-таки коснулся этого мяча, и он улетел. Нет, не было касания, поэтому будет удар от ворот, хотя очень опасная атака. Там, пока ты рассказывал, я просто выискивает пас вперед, а вот сейчас пространство перед Ковалевым есть, он смещается к центру. Скрестное движение со стороны Мякиша, Ковалев убирает под левую, Ковалев оступился, но удар поворотом будет! Федор Лопоухов сейв! Вот это было опасное недопонимание между Полетевичем и Лопоуховым в этом моменте, да? Могло, конечно, сыграть не самый эпичный вариант для футболистов Минского «Динамо». Да, на самом деле, два сейва невероятных от Федора Лопоухова, поэтому Копенгагену достаточно эту игру с «Торпедо» включить, посмотреть. Даже этот момент, два, как Лопоухов спасает свою команду. Угловой Мельниченко. Мельниченко, опасно Буни, это опасно может получиться. Буни, он пробивает, но мяч все-таки так пролетает от перекладины. Падение тут происходит, Ковалев вперед протыкает этот мяч, разворот, перевод налево, бить будет. Вот так момент у Максима Скавыша. Время, есть еще возможность для этой атаки. У Жодинца Буркова такая подача, ну и вновь Полетевич мяч снимает. По Будей, все. Вот он, финальный свисток Виктора Шимусика, который говорит нам о том, что 90 минут игры завершились. 1-1 в матче «Торпедо» и Минского «Динамо». На 37-й минуте Алексей Гаврилович прекрасным ударом со штрафной.